Денежные растения, денежные деревья дома – это очень хороший, действительно, талисман привлечь деньги. Но нужно уметь с ним взаимодействовать. Не просто так у вас стоит дерево, ну вот это для привлечения денежек. И все, и вы о нем забыли. Так не работает, это наоборот принесет, наоборот, разрушение вашего финансового канала. Если у вас есть такое дерево, обязательно поставьте его там, где собираются все члены семьи. Это гостиная, да, кухня, там, где идет оборот всего семейного бюджета. Не ставьте такие растения в спальне, да, в детских комнатах, там, где тихо. Потом периодически вы должны раскладывать там монетки на землю, вешать какие-то купюры, писать записочки с желаниями, естественно, материального характера, разговаривать с деревом о своих материальных мечтах, о том, чего вы достигли, то есть не только о мечтах, но и о своих финансовых достижениях. Вы всегда взаимодействуете с этим эгрегором, и периодически, как получается, эти монетки можно отнести на перекресток. Это откуп силе, да, как бы благодарность за помощь вам, на перекресток, и потом положить снова новые монетки. И так периодически обновлять эту энергию обязательно. Друзья, пишите, есть ли у вас денежные деревья. И еще такой момент. Никогда не давайте никакой отросток от этого дерева друзьям.